16 сентября в Каспийске стартовала Всероссийская олимпиада для школьников по 27 предметам. Состоит олимпиада из трех этапов – школьный, муниципальный и всероссийский. Школьный этап, он в данном году, он начался с 16 сентября, закончится он 26 октября. В данном этапе участие принимают обучающиеся 5 и 11 классов. После школьного этапа у нас проходит муниципальный этап, в котором принимают участие обучающиеся 7 и 11 классов. И по завершению муниципального этапа у нас проходит региональный этап. Он у нас проходит в январе. По завершению регионального этапа будут определяться победители и призеры, которые получат денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Нам высылают кураторы задания. Мы готовим учащихся, соответственно, выделяем им в школе аудитории, рассаживаем и раздаем им вот эти вот тестовые задания, которые нам высылают. Проходит олимпиада в трех школах: номер 3, номер 13 и Каспийская гимназия имени Магомед Тагирова. Стоит подчеркнуть, что задания дети будут писать под наблюдением учителей и проверяющих. Так, сегодня на базе Каспийской гимназии состоялась олимпиада по ОБЗР. ОБЗР – это новый предмет, он появился у нас по ВГОСу, вот по новым ФОПам только с 1 сентября. Раньше это назывался предмет ОБЖ. Сейчас это ОБЗР, то есть появилась безопасность и защита Родины, дополнительный такой пункт. В основном тестовые задания по пешеходам, как проявить себя в сложных ситуациях, как в дальнейшем они могут, что сделать, если они увидят какую-то ситуацию, связанную с правонарушением, как правильно себя поступить в этот момент. Отметим, что Всероссийская олимпиада школьников – это отличная возможность из детей выбрать самых талантливых, а также с помощью нее дети могут поступить в профильные вузы.